Уже ни для кого не секрет, что буквой V стелсы обозначают тормоза клещевого типа, а ниже и брейки. Потому и буква V. Динамический дизайн, стремительные линии скрывают под собой неплохую раму. Для своего ценового диапазона ее нельзя назвать тяжелой, однако в сравнении с более дорогими моделями можно сказать, что велосипед грузный. В любом случае на дороге, особенно на мягком грунте, это дает некоторое преимущество велосипеду – устойчивость. Даже в сильный боковой ветер крутить педали очень комфортно, но разгон и маневренность пострадали. С другой стороны, модель предназначена больше для прогулочного катания, чем для спортивного. Бывалые походники не дадут соврать о том, что универсальность и простота подобных моделей у стелса позволяют использовать как хороших дальнобойщиков.